Погода жаркая, ехать тяжело и трудно. Завтра обещают дождь, грозу, но велопробег состоится в любую погоду, при любых условиях. И не трудно, и не жарко, и не быстро. Очень хорошо, умеренно. Погода нам благоволит, ветер попутный. Группа идет стройно, в колонне по 2 человека. Я себя чувствую очень прекрасно. Не знаю, легко как-то. Быстро было? Трудно? Как? Быстро и легко. Быстро и легко? Да. Скажешь, нет? Немного было мне трудно, потому что я занимаюсь всего 2 месяца. И, ну, на некоторых моментах было легко. Со спуска как ехать.